Хай Джейс это колофобия на НРП, и это сотка. Заебись. В общем, аккаунт свой я разыгрывать не буду, потому что его, скорее всего, удалят из-за того, что... Блядь. Салам, масарам. Из-за того, что он слишком пиздат. Я решил узнать причину своего бана со Сноу, с Джеймса О'Коннора. Вот я задал вопрос администратору, за что забанен Джеймс О'Коннор. Мне сказали спросить у него. Я сказал, что он был забанен в офлайне, причина указана приятной игры. Потом я спросил, вы можете объяснить это, что это за причина? Мне ответили не в топте. И потом какой-то хуйлан кричал тут, салам пацанам, хуй мусорам, хуй админам. Вот так надо было кричать. Это, расскажи, Даня, почему, где твоя тачка делась? Ну, в общем, вы знаете, тут предышкольные дни были же, в общем, экзамены и все остальное, и я не играл на серию около 2 недель, я готовился к экзаменам, экзамен сдал хорошо, на четверке, вот, и решил зайти поиграть, как ни странно, захожу, ну, естественно, дом мне уже на Санта-Мария слетел, тот, который был на видео, где О'Коннор его обстраивал, вот. Ну и я как бы не особо заморачивался насчет дома, зная, что у меня есть машина и все остальное. Я ждал, пока они пропишут, и меня прописали. На мое удивление вышел, и у меня был обычный стандартный велосипед. Не такой, конечно, но другой там, горный такой, белый. Хуёвый, на котором нельзя прыгать. Самый пиздатый, блядь. В общем, я обратился к администраторам, и администраторы мне сказали... Ибо, короче, за обман ты получаешь бан, если мы проверим эту информацию, и ты нас будешь обманывать, бан. Ну, как бы я не дождался ничего. Как бы ничего не делают. Хуи гоняют, да и все. В общем, ребят, ну, как известно, всех летсплейщиков, ютубщиков, кто снимал на Калифе разные видео, их банили. Давай перечислим, смотри, во-первых, Геррера, первый человек, который был забанен, который, блядь, стоял на админке, блядь, на этом клёвом серве, его поставил Рикардо, и потом его, блядь, забанили за то, что... А за что его забанили, кстати? А, я не знаю, причина была указана. За то, что у него было клево на починку, он был первый левел админа, и у него, короче, было клево на починку, и там вроде бы из-за этой фигни его забанили. Второй, блядь, Максим Шуршов, диджей Калифы. Охуенный чувак, вообще веселое видео, топ-5, ебать, охуенное видео. Там Калифа, блядь, тоже принимала участие в том топе, блядь. И, короче, его забанили за то, что он сказал просто на радио правду, блядь, про Калифорнию, что админы тупорылые хуйланы. И, блядь, его забанили в прямом эфире, но, блядь, он продолжал говорить, потому что... Блять, он разговаривал не через самп, а через программу. Ну, блять, короче, как-то... Радио Босс, программа называется. У Калифорнии свой пароль на нее, там, все остальное, все дела. В общем, что скажу о радио, как бывший диджей. Все хуи гоняют, никто не хочет работать. Всех заставляют через силу работать. Да все старики поуходили, ебаный урод. Ну, блядь, Стив Мендел, Адванс, кто еще на Адвансе? Вот. Я очень много знаю людей, которые на Адвансе играют. Джеймс Эванс, по-моему, есть. Бля, я не боюсь показать свой ник. Тони Беузи, бля. Вот так, нахуй. Кому надо, прочитает. Вот, блядь, кто из старичков? Лестер Ричардс. Кто это, нахуй, такой? Я его первый раз, блядь, вижу. Кто это, нахуй? Диего Ричардс. Кто это, блядь, такие? Я их первый раз вижу. Макук Бисшоп. Блядь, 19-й левел. Эти два уебана. Диего, блядь, и Лестер. 24-й левел. Вы чё, блядь, охуели? Ну и вот еще какой-то хуй тоже, блядь. Тароид. 20-й, блядь, левел. Ну, в общем, блядь, уходите нахуй на Адвансе. На Адвансе интереснее. Ну, есть, конечно, свои минусы, недостатки. То, что там дэймят. Ну, впрочем, если так разыграться нормально, неплохо, то можно Адванс, в принципе, поднять. Если там, блядь, за ДМ варнят, то... Ну да, кстати, за ДМ варнят, а тут нихуя не делают. Блядь, на 15 минут сажают и все.
заебись. Чувак поймет за 15 минут, что он был неправ. И больше никогда не будет дэмить. Блять, выйдет, как мы делаем. И дэмить, блять, начнет заново. Пиздец. Коу. Это был последний трюк на Калифорнии. Больше такого вы не увидите. В общем, на этом все, блять. Это была хуя, фобия, нон-РП, бля, гейм. С вами был Джеймс и диджей Зикс, да. Также известен как Маркус Фрост. Его аккаунт будет забанен 100%, блять. В общем, всем пока. Удачи.